Всем доброго времени суток. Здравствуй, мальчик Пашенди. И Манхант, 11-я серия уже на счету. Новый эпизод под названием «Уста безумия». Ну, надеюсь, что никаких проблем у нас сегодня не будет, ведь Манхант — это же такая легкая, простая игра. Давайте попробуем, народ, сейчас я знаю, что сделать. Иди нахуй! Блять! Почему расслабляемся? Сука, я успел сказать. Also visited the Dark Woods Penitentiary, which hosts more than 1,000 inmates from all over the country. The prison's modern facilities include spacious cells for the inmates. The exceptionally well-staffed hospital is equipped for emergencies as well as routine health checks. Adjacent to row 1, the electric chair room is where death sentences are carried out. There's a hunter in the next room through the mesh door. Hack him up and I'll buzz open the next set of doors for you. Капец, народ, капец. Я только сейчас задумался, что кэш для всех них, вот для этих вот наемников, вот для этого, кто по камере разговаривает, это просто простая марионетка кэш. Кэш-марионетка, это просто ужас. Они его используют, они его подгоняют. Это же капец, народ. Это так обидно, вот правда, вот играть за марионетку. Вот это вот реально. Ну, это не смешно вообще на самом деле. Наша сейчас цель найти, по-моему, двух, наверное, охотников и их убить. Охотников. Так, вот какой-то охотник стоит. Я не знаю, тот это или не тот. Но первого охотника сложно не заметить. Он обозначен, так скажем, у Бога, что если во сне он мне приснился, я бы обосрался, если бы во сне такого бы увидел. Так что капец, а куда идти, фиг его знает. Все закрыто. Так, что у нас есть? А у нас ничего нету, мы нашли провод, и то хорошо. Так, давайте зайдем сюда. Это какие-то тюремные какие-то камеры. Не зря глава называется «Уста безумия». Так, а что делать-то надо? А, надо тут, по-моему, вот так вот войти. А, нет. Нет. Либо нужно привлечь того чувака, чтобы он сюда как-то вошел. А он уже ушел. А, тут и все. Миссия провалена. Я первый раз прохожу это задание. Я не знаю, как тут да что. Я же говорю, что я давно проходил, до сюда я точно не доходил. Как и до предыдущего эпизода тоже. А, сюда, наверное, нужно идти. Точно. Давайте освободим. А то бы я не догадался. А, сейчас, наверное, привлечет внимание, наверное. Он внимание, наверное, привлечет, точно. Сейчас кто-то сюда прибежит, и мы его убьем. Да, и правда, в принципе, это было очевидно. Это был очевидный момент. Да, наверное, это было очевидно, в принципе. Он пошел быть вперед. Капец, он вперед зашел. А вот он может прятаться. Так, отлично. Давайте, короче, сейчас, наверное, этого убьем. Блять. Чуть-чуть не заметили нас, капец, народ. Я думал, он обратно пойдет, а он пошел сюда, в эту сторону. Чуть типа за хрень. Не развернись, смотри, не разворачивайся, не смей.
До свидания. А то бы я бы не догадался. Видите, тут тоже в этой хоррор-игре присутствуют элементы таких вот не просто линейных прохождений, линейных походов, а такие элементы, где нужно что-то подумать, что-то сделать нужно. Вот такие вот моменты. Наподобие как в Resident Evil. Все, открыли мы с вами дверь, народ. Так, давайте осмотрим камеры по поиску артефактов. Как Пашенди в детстве обожал говорить. Давай пойдем в палисадник, поищем артефакты, да, Пашенди? Я помню, это прекрасно. Так, запоминаем место. Тут у нас аптечка. Так, коктейль Молотова. Пустой. Пустая бутылка. Так. There are some more of these paranoid crazies guarding the door to the greenhouses. Смысл он выполняет вообще их вот эти вот поручения? Заткнись. Если они все равно не соблюдят его, ну, типа, если они все равно его не отпустят, скорее всего, смысл он их поручения выполняет. Так, вон, я уже троих вижу, народ. Я своим взглядом вижу троих. Тут, говорится, гадалки, не ходи, на карту не смотри. Так этого нам, думаю, получится убить, блин. В принципе, чуть не спалился, ужас. Капец, я думал, сейчас этого получится. Ты пошел ты нахрен, придурок! Иди нахрен! Блин, я был на охране сейчас, народ. Это капец. Я реально сейчас был на охране. Чуть не убили, блин. Блин, их трое. Что делать? Я хочу убить их по очереди, а они спалят. Одного убьешь, другой спалит. Скотина, ты резко развернулся, блин. Да, легкая игра. Я в виде сарказма сказал, что это легкая игра. На самом деле, ни хрена это не легкая игра, блин. О нет, только не топор, он так долго убивает им, это капец. Ой, топор. Мачете, в смысле. Фу, хоть половину здоровья пополнили. Неохота с самого начала проходить, народ, честно вам признаюсь, очень неохота. Вот реально, вот их хотя бы двое осталось, сейчас будет полегче их уже убить. Скрытно, я имею в виду. Я имею в виду скрытно именно убить, полегче будет. Где они? Вот он. Нам главное сейчас зайти в скрытное место. Вот мы сюда уже зашли. Тут можно расслабиться. Так, он идет в этом направлении. Капец. Ага, он развернулся. Давайте встанем сюда, наверное. Тут тоже скрытное место. Теперь давайте встанем вот в это место. Так, он, походу, сейчас будет обходить. Давайте как-нибудь его поймаем. Да, он обходит. Ну, я думаю, тут реально, в принципе, их убить так, чтобы они не спалили вдвоем их убить, именно и первый, и второй. Посмотрим. Просто я говорю, мачете, это в этой игре, ну, грубо говоря, это хрень, народ, полная. Потому что он так долго ее убивает, реально. Он реально долго ее убивает. Вот посмотрите, вот сколько он убивает. Вот он уже обратно возвращается, блин. Быстрее. Все, отлично. Привлекаем тебе внимание этого. Иди сюда. А знаете, что самое обидное, народ? Что Кэш это марионетка. И что они, эти враги, это тоже марионетки. Потому что они тоже в этой, так скажем, непонятной зоне находятся. Это капец. Ну что он не слышит-то, ё-моё. Давайте кирпич кинем, бутылку. Вообще ему похрену абсолютно. Ему абсолютно похрену, реально. О, он услышал. You know
О, все. Отлично, мы слышим. Отлично, все. Здесь главное не переусердствовать. Он обернется снова, я знаю. Вот в эти моменты опаснее всего за ними следовать сразу. Потому что они могут обернуться, и вообще, вообще беда. Вот еще скрытые места. Вот, вот за этими вот арками можно скрыться, наверное, это. Да, вот за ним можно скрыться. Тут еще четвертый, серьезно, реально четвертый еще. Я думаю, он, в принципе, меня не должен спалить. Так. Своего подопечного он уже спалил. Так, капец. Он уже начинает что-то подозревать. На харте вообще нужно ориентироваться только на себя, народ, потому что не будет карты. Не будет реально карты, капец, полный. Я не знаю, вот как. Чего? Меня спалили. Капец, народ, я уже боюсь ее. У того, который наверху стоял, у маяка, у него винтовка есть. У него винтовка есть, реально, народ. Дебильный звук. Блин, дайте мне, пожалуйста, лом. Лом, дайте мне ломик, пожалуйста, разработчики, блин. Ломиком он убил, бац, резко, и все. Один разочек, и все, быстро, быстро и четко. А тут, блин, он... Тут долго все это происходит. Тун, тун. И третий раз. За это время можно банк успеть ограбить, пока он будет, пока он в них стреляет. Так, вот у того, я знаю, уже есть винтовка. У того. Надо поосторожней. Как он нас спалил-то? Я же аккуратно шел. Чё за фигня? Нифига он не слышит. Придется еще дальше пройти. Кто стреля? Там по-любому кто-то еще есть. Там помимо него еще человек есть по-любому. Я просто не вижу, откуда кто стреляет. Стоп, давайте посмотрим повнимательнее. У этого, по-моему, у него не винтовка, дайте я пригляжусь. Нет, у него огнестрел. У него огнестрел. А, так видно же было, что это не он стрелял, кто-то другой стрелял. Там кто-то еще есть по-любому. Только непонятно кто. Давайте попробуем, народ, сейчас я знаю, что сделать. Иди нахуй! Итак, перепрошел этот момент. Блин, я очень не хочу проигрывать снова, потому что это капец был. На этот раз почти всех этих трех имбецилов мне удалось убить в помещении. Вон там, вот в помещении, в том. Не здесь на улице, а в помещении. Кроме третьего. Третьего убил уже на улице. Так, давайте попробуем другую тактику. Там нас палят, если мы проходим с левой стороны. Давайте с правой попробуем пройти. Потому что что-то такое чувство, как будто там он не один. Тот чувак, который вон там стоит у маяка, он не один. Как будто еще есть люди. Я не знаю, как это вам объяснить. Но вот видно, что не он стрелял. Тут кто-то другой, по-моему, стрелял стопудово. Потому что это вообще... То есть это вот самое обидное вообще в любой игре, когда ты не можешь пройти, потому что ты не видишь, кто тебя убивает, кто в тебя стреляет. Когда ты видишь, там понятно, там есть цель и прочее. А когда ты не видишь, ты не понимаешь, что да как. Поэтому давайте попробуем. Попробуем. То ли давайте попробуем это. Ударить. Что ж такое? Ничего не происходит, не палится. Он вроде же спускался, блин. Или он один все-таки, я не понимаю, блин, я, по-моему, вижу, что не он стрелял. Надо, народ, давайте, короче, попробуем пройти вот так вот. Он смотрит туда, и мы в поле зрения его попадали, вот, в поле его зрения. Давайте здесь попробуем пройти, вот так вот, боком, бочком. Может, он не спалит. Вот, тут уже вообще скрыться можно. Давайте, короче, обойдем вот так вот, да. Он вроде бы стоит на одном месте. Он откликается только если он, получается, что-либо слышит. Тогда он уходит из своей зоны.
А так он, по сути, на одном месте стоит. Так, по лестнице осторожно, потому что лестница привлекает внимание. Тут тоже мы, кстати, можем скрыться. В натуре, смотрите. А, блин, нас тут спалит. У нас так спалит, мы не сможем такого убить, народ. Давайте тогда в атаку привлечем. Давай, иди сюда, тряпка. Вот, это он, походу, стрелял. Да, пистолет. Ну, что-то такое чувство было, как будто стрельба была из винтовки. Такое чувство было. Я не знаю, как это объяснить, народ. Все, отлично. Сейчас, наверное, будет чекпоинт. Я надеюсь. Так, нет. Ничего мы обменивать не будем. Так, давайте посмотрим, куда здесь можно с вами мне пройти. Так, значит, вот дверь какая-то есть. Давайте в нее, наверное, и пройдем. А вот и чекпоинт. В принципе, оставалось немного, я просто не дошел. Ладно. В будущем буду повнимательнее. Тут у нас какая-то вообще теплица или что это такое, блин. Не знаю, что это такое. Ага, вот он, враг уже, я вижу, по карте идет. Уже троих уже вижу. Уже троих вижу, народ. Ага. Тут много мест, где можно скрыться, поэтому тут, в принципе, я думаю, я не должен проиграть. Ну, что... Ой, у них еще огнестрел. У него огнестрел, вы видали? У него огнестрел, народ. Сука! Не, я его убивать не буду. Понятно. Ну ты еще подольше маши. Уже четверо, то есть пятеро! Пятеро, вы видели? Пять. Долбоящие в локации. Одного убили, осталось четверо. Это ж капец, народ. Капец, реально вообще полный. Блин, что-то еще оборачивается. Еще. Блин, что-то нас видит, вы гляньте. Давай, выходи. Капец, чуть не убили, блин. Ну, благо тут чекпоинт, поэтому, в принципе, особо бояться, думаю, не стоит. Блин, тупое, вообще тупое, самое тупорылое оружие вот это вот. Они успокоились. Давайте привлечем внимание. Тут все, можно спрятаться вообще, капец, неплохо так. Да, только выбирать либо магну, либо пистолет, либо... либо топор. Это беспалевно. Нам удалось беспалевно убить, вы гляньте. Давайте, идите к своему другу. Идите к своему дружбану. Could I get everybody's attention? Our guest of honor. Отлично. Отбежим просто. Все. Блин, он прям на меня побежал, скотина. Куда он бежит? Что за траектория какого-то долбоящера? Один остался, вот, неплохо, в принципе, нормально. Опять нам предстоит обмениваться. Либо мы убиваем скрытно, либо мы убиваем. То есть опять нам дают обмен. Давайте, наверное, убивать их с магом все. Что уж поделать. Что уж поделать. Тут нам с вами нужно...
Тут провод нам дают. Нормально так. Провод нам дали, народ. Вы посмотрите провод. Мы не успеем до него, наверное, дойти, скорее всего. Я так думаю. А не, успеем, успеем. Должны успеть. Сука! Тварь! Блять, тут не прятаться. И тут тоже нельзя. Ёб твою мать. Да иди сюда, блин. Чуть-чуть это оставалось, блин. Чё за фигня? Чё мы его не убили? Чуть-чуть оставалось-то, блин. Беги сюда, идиот. Чё он сюда-то не бежит? Давайте переключим внимание получше. Все. Сейчас он развернется, мы его быстренько чмокнем проводом. Ты смотри, не смей разворачиваться. Не смей, это запрещено, закон. Все. Ну, да, проводом быстрее он убивает. Хотя я бы не сказал. Нормально. Так. Ну, вроде все. Тут еще кто-то есть. Там еще есть. Ничего себе. Капец. Давайте в эту теплицу. В эту теплицу теперь зайдем. Так, может тут где аптечка есть? А, да, есть аптечка, реально, народ. Рили, народ, есть аптечка, посмотрите. Вот, тут еще провод, какая-то канистра с бензина. Или с чем это канистра? А, надо ее подобрать. Ну, чтобы прежде чем подобрать, нужно сначала всех убить. Скотина. Стоит. Кто еще стреляет? Я не понял юмор. Двое тут еще, двое. Так. Одного я вижу, второго что-то я не вижу. Два раза еще осталось, отлично. А, они, наверное, там. Вот еще дробовик, этот самый дробовик. Еще пистолет, магнум. Они по камерам нас палят. Вы гляньте. По камерам, скорее всего, палево идет. Видите, камера там. Она смотрит. Так, давайте встанем, наверное, с вами сюда. Тут еще аптечка. Страшная какая-то миссия. Надо их всех истребить, потому что нам нужно бензин, канистру с бензином куда-то потащить. Фух, повезло, подвезло нам с вами, подвезло, да. Не то уж слово. Так, давайте пройдем. Может, сюда стоит пройти? Наверное. Так, тут вообще какая-то забаррикадированная дверца. Так, что у нас здесь? Ух ты, блин. Это счешься. Ужас. Так, нам нужно с вами сейчас. Один находится наверху. Это по карте видно, что наверху показывают. А второй вот тут внизу. Тут еще морс? Да, тут скрытное место, нормально. Так, а что делать-то? Так, у нас провод есть с вами. Тут-то чекпоинт, контрольная точка. А где? Вот он, блин, этот придурок. Тут мы скрываемся. Тут еще один есть. А там что-то получается, какой-то проход, что ли? Это стена забаррикадированная, в смысле?
Так, он стоит тут. Давайте привлечем его внимание, кинем бутылку. Успели, успели, это нормально. Тоже долго. Понятно, я все понял. Забаррикадировали они на свою голову. Тут заперто. Ой, а что делать дальше, я пока не понимаю, народ. То ли стрелять надо, то ли надо стрельнуть куда-то. Давайте попробуем сейчас воспользоваться канистрой. Только куда ее тащить, непонятно, эту канистру. Тут уже такой момент, что надо уже подумать. Как бы сказал Васей. Так. А вот куда ее заливать надо, непонятно. То ли сюда, то ли... Куда заливать-то ее надо? Капец. Нам по-любому с ней куда-то да надо идти. Наверное, туда, да. В ту локацию. А вот куда ее заливать, я даже вот без понятия, честно говоря. Не знаю, что делать-то. Что делать? Может, ее удалить? Нет. Я вспомнил тот эпизод, не помню, какой номер эпизода, где мы заливали и поднимали этим краном, магнитом, примагничивали. Мы заливали канистру с бензином туда, чтобы под кран заработал, а потом примагничивали. Так, давайте оставим здесь эту канистру с бензином и активируем ее при помощи обычных пистолетов. Так, сразу скрываемся. Хотя зачем нам скрываться, если у нас пистолет маг? Вот тебе и маяк. Это, конечно, не больница маяк а-ля The Evil Within, но тем не менее. Так, давайте сюда пройдем. Ага, закрыто, блин. Так мы прошли. Отлично. Там, видимо, кто-то еще. Короче, нам, походу, нужно ключ найти с вами. Ключик найти и активировать ту дверь. Страшно, наверное, страшно, потому что я не проходил. И тут еще плюс свои проблемы, какие есть. Так, давайте откроем. А, тут надо нажать. А, вот мы открыли дверь. Все, отлично. Спускаемся вниз. И берем этот замечательный чекпоинт. А, он сейчас откроет его, да? Вы думаете, он откроет? Нифига он не откроет. Нифига он не откроет, мы просто бежим вперед. Тут что написано? Liver taster like chicken. Не знаю, как это переводится. Посмотрите, что тут нарисовано, блин. Реальная жизнь отдыхает, блин, капец. Ужас. Так, ага, берем чекпоинт и теперь немножко расслабляемся. Почему расслабляемся? Блин. Сука, я успел сказать. Потому что есть чекпоинт, поэтому и расслабляемся. Так, давайте привлечем внимание, я уже вижу, что... А чё привлекать? Давайте кулаком. Давай! Взяли, убили, блин, скоты. Скотина! Два наверху и два внизу. Давай, иди сюда. О, потом повод дробаш был. Вот одного из них. Скотина.
Заберите эту дверь, долбаную, и перезарядку тупую, бля. Долбоящер. Повезло, бля. Ужас какой-то, бля. Капец. Можно обменять на обычный пистолет. Я не знаю. Да нет, смысла нет, потому что... Наверное, он редкий будет, скорее всего. У нас вот так осталось КП мало, ужас. Давайте, наверное, с вами, народ, вернемся. И дверь закрылась. Там была аптечка, скоты закрыли дверь. Ужас. За что? За что со мной такое произошло? Кто там? Там кто-то есть? А нет, вроде нет. Someday it will visit your matter. Что-то там некоторый день я буду посещать твою... А, мать. Вот это вот он, конечно, осел. Уже на мать пошел. Капец. Капец предъявы. Вид... Видотима... Я не пойму, у них какой-то шрифт написан непонятно. Даже не потому, что английский язык, а потому, что у них написано это все непонятно как. Так, давайте там обойдем лучше. Ну что, он встал как-то. Неудобно. И у нас с вами еще дробаш есть. Пошел уже небольшой экшон. Отлично. А, что такое? Что такое? Что такое? Одного убиваешь, привлекаешь миллион. Что такое? Блин! Капец, и аптечек нету, и ХП осталось мало. Ужас. Блять! Так, народ, я, короче, тут так подумал. Давайте это, наверное, с другой стороны попробуем обойти. Тут еще была одна развилка. В другую сторону. Вот в эту сторону была развилка. Давайте в эту сторону попробуем. Тут нас ждет еще аптечка одна. Я не знаю, что нас тут ждет. Давайте сразу дробаш приготовим на всякий случай. Так. I will give you shit for being какой-то. Я дам тебе щит какой-то для brain. Что такое brain? Не знаю, что такое brain. Ужас. Вот тебе и развилка на свою голову. Давай, иди сюда. Блин, неудобно. Эти двери тупорылые. Капец, реально неудобно. Блин! Да убери ты эту дверь, тупую, блин. Ёбаная дверь, блин. А, так мы отсюда и вышли. Мы просто обошли, получается, я понял теперь. Просто обошли, получается, эту же локацию. Ну понятно, ладно. Ладно, давайте подхватим аптечку. Да. Нам она сейчас важнее намного, чем тому помещению. Капец. Давайте, короче, повнимательнее, поосторожнее. Тут что-то вообще как-то их прям много. И давайте попробуем этот пистолет. Сейчас, в принципе, ну, дают только этот пистолет. А вдруг он будет лучше, кто его знает. Так, ага, вот у нас провод. Есть шанс убить скрытно. Ну, потому что эта игра такая, тут надо скрытно убивать. Потому что здесь, если ты одного убиваешь огнестрелом, приходит второй, третий и так далее. И становится полный капец. И видно, что наверху где-то находится где-то наверху. Ага, вон я одного уже увидел. У него дробаш.
sorry, cycle of violence repeats itself. Давайте внимание привлечем. Заходи сюда, что ты там встал? У него дробаш, народа не хочу проигрывать, вот реально вам скажу. Давайте мы тоже дробаша его убьем. Отлично. Ты что, их двое, блядь? Капец, там их еще двое, блядь. И что мне делать, вы прикажете? У меня хп вообще нету. А, их отсюда видно. Ой, и хоть отсюда видно, и то хорошо. И где? А. Так, здесь мы их не убьем. Этот уже на прицеле уже стоит, уже на готове. Давайте. Давайте отбежим просто. Но они сюда не заходят, потому что было бы слишком просто. То есть мы привлекаем его внимание. Он сюда выходит, доходит сюда, и мы его убиваем скрытно. Это было бы слишком просто было. Да, он сюда вообще не выйдет, в принципе. Да, вот он сейчас отошел. Давайте, короче, шагом просто ходить. Он сейчас тогда отвернется и пойдет по своим делам. Да. Мы с дробаша быстренько его ухандохаем. Так. Да. Все, вот он отходит. Так, смотрим, в какую сторону он отходит, короче. Я вообще не его потерял, где он есть. Он возвращается, все, он возвращается. И его не видно, что за фигня. Где он есть, если он возвращается, его не видно. Вот по карте видно, что он тут где-то. А вот, все, теперь я его вижу, отлично. Все, теперь открываем дверь. Все, отлично. Так, осматриваем помещение и ищем аптечку, потому что без нее сейчас очень туго придется. Без аптечки, да. Это вот, отлично, нашли. Это хоть какое-то спасение. Я не хочу перепроходить, блин, капец, откуда. Короче, давайте, народ, у нас с вами, блин, выбирать придется. У нас провод еще есть, в случае чего. Так что готовим пока пистолет. Так. Вот я двери эти не люблю, потому что за ними враги, и их можно не заметить сначала. Их сначала можно не заметить. И это будет печаль беда. Так. Тут вроде никого нету. Так, ага. Давайте обойдем. Так, вон одного я уже вижу. Можно внимание привлечь. Тут скрытных мест нету. А, может, тут есть скрытное место. А вот скрытное место. Давайте внимание привлечем. Беги! Что-то медленно. Вот, все, отлично. Сейчас мы его скрытным проводом убьем. Потому что, скорее всего, мы сейчас его убьем с магнума, да? С пистолета, точнее. И еще прибегут 5, блин. Это будет капец, на самом деле, народ. Давайте желтым его убьем. Так, ага, все. Вот жалко, что нельзя и топор взять, и, блин, пистолет. Вот либо выбирать надо, либо топор, либо пистолет. Вот это вот, конечно, очень жалко. Причем сильно жалко. Так, и тут я пока никого не вижу. Вижу только дверь, из-за которой тоже никого не вижу. Давайте сейчас этот маяк обойдем. Не будем сюда заходить. Обойдем этот маяк, так, аптечка. Ага, вот он, этот враг. Его нам и надо, походу, убить, народ, с вами. У нас есть... Давайте с дробаша, ну нафиг, не хочу рисковать. У нас нету скрытных этих, ну, вещей, которыми убивается. Давайте его убьем с дробаша. Все, отлично. Один готов. Один готов, еще второй остался.
Здесь чекпоинт уже давно не было. Надо чекпоинт уже давать, по идее. Блин. А на харде, кстати, народ, я не помню, на харде вообще чекпоинты есть. Дверь закрыта. А что делать? Дверь закрыта. Так, я запутался. Я вообще не знаю, что делать дальше. Я вроде убил этого чувака. Я не знаю, что делать дальше. То ли в камеру можно стрелять, то ли... Без понятия вообще, что дальше делать вообще нужно. Вроде как, по идее, мы должны пойти сюда, и должен сработать скрипт. Но он не срабатывает. Скрипт-то не срабатывает. Должна катсцена какая-то пойти и скрипт сработать, а он не срабатывает. И что делать дальше, я вообще не понимаю. Может, по Шенди мне объяснит? Я не понимаю, что дальше делать. Скрипт, сука, не зарабатывает. Что делать дальше-то, блин? Капец, ужас. Я не понимаю. Нам сюда нужно идти, тут уже скрипт пойти сработать. Катсцена должна пойти. Где она, блядь? Где катсцена, блядь? Капец какой-то. Что-то мы, значит, не сделали. А что мы не сделали, непонятно. Так, народ. Кажется, я понял. Мы с вами не взяли трофей, скорее всего. Нужно взять с вами трофей. А трофеем является... Да не он сам-то, ё-моё. Там его маска должна, по идее, быть. Или нужно его самого принести. Не знаю, что делать-то вообще надо. Короче, походу, нужно его самого нести, доказать, что мы его убили на камеру. А там я ее сломал. Что делать? Я выбил эту камеру. Что делать-то? Ну, хрен его знает. Может, его стоит понести? Не знаю, туда куда-то. Без понятия. А, да, точно. Только если так. There's a good boy. Now, drop all your weapons and move on. И не сразу догадаешься, капец. И не сразу еще догадаешься, что это звонок. Блин. Ёлы-палы. Прикольно. Какой-то ноунейм, блин. Сейчас, секунду, народ. Или мне отъебётся этот ноунейм. Сейчас, надо Wi-Fi выключить. Короче, все, я это перемотаю. Значит, прошли мы этот довольно сложный эпизод, кстати, и нужно было подумать в некоторых местах, что да как делать. Например, самое для меня сложное было в этом эпизоде, это первое, то, что нужно поставить было бензин у этой колонны и в него выстрелить, чтобы взорвался и взорвалась стена. Второе, это то, что вот этого чувака мертвого нужно притащить было на камеру показать, и тогда срабатывает скрипт, и происходит что-то дальше. И третье, это в принципе, когда появляются враги с огнестрелом во второй части этого эпизода, и дверь, то есть стоит дверь, ты чуть-чуть ее приоткрываешь, и где мгновенно с дробовика этот мочит, и там три их стоит, на тебя смотрит. Один слева, другой справа, третий посередине, это капец сложно было, ужас. Так что эпизод довольно-таки сложный, нужно было подумать. Он пойдет, разумеется, меньше, чем 52 минуты, потому что я перематывал моменты, проматывал. Тут считается с теми моментами моего перепрохождения, да. Но это я проматываю, чтобы не занимать ваше время. Все, это был 11-й эпизод Manhunt, охотник на человека. Ни хрена он не легкий. Я желаю вам всем успехов, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Пока.